Нашел себе мотоцикл мечты. Четкие, блядь. Осталось найти где-то 10 почек и продать. Короче, не поехал я сегодня ни за каким восходом. То есть вчера договорились на 12 дня во Владимире за 5 косарей брать восход, который снимал, как бы, вариант номер 2, видос был. Ну, блядь, сегодня с утра, точнее, вчера вечером они начали что-то, блядь, юлить нахуй. Давай, блядь, спишемся с утра, блядь, туда-сюда. Утром пишу, я говорю, что, блядь, приезжать? Нет, блядь. Блядь, давай вечером, нахуй. Сейчас не надо, блядь, в 6 вечера его придут смотреть. Если не возьмут, приезжай после 6 вечера, блядь. Короче, психанул, ебал, я все нахуй, все эти мотоциклы, блядь. Купим зимой, блядь. Наверное, я не знаю. Или же поменять Альфу на 3М01. То есть парнишка там ждет, как бы, моего ответа, блядь. То есть или меняться, или покупать. То есть 7 сентября грозился еще один чувак купить его за 17 косарей. Ну, я про мопед Безумного Макса. Если не купим, то поменяем, наверное, на 3М01, то есть, блядь, одни мозгоёбы в этом Авито, блядь, ебучим, нахуй с кем договоришься, блядь. То есть вчера мне начали уже собирать по всем сусекам, блядь, какие-то запчасти, детали, блядь. Сегодня, блядь, уже, нахуй, начинается другая песня, блядь, о главном, нахуй. Вот такие вот дела, ребята, блядь. Поэтому Харли Дэвидсон, блядь, а восходы пока отменяются.